Приветствую вас на канале Art School. Сегодня предлагаю поэкспериментировать и нарисовать чудо-фломастерами-хамелеонами от Artberry. Возможно, раньше вы не слышали об этих волшебных фломастерах. Но сегодня я покажу вам, как интересно и красиво можно украсить не только дневник, но и любой другой рисунок. В комплекте всего 8 фломастеров, а один самый интересный – фломастер, меняющий базовые цвета. На вид он абсолютно белый. Если им рисовать поверх другого цвета, то предыдущий цвет изменится. Вот несколько идей с фломастерами-хамелеонами от Artberry. Нарисуем разноцветные цветы. Фломастеры Artberry дают нам яркие оттенки, плюс они необычные. Особенность фломастеров-хамелеонов в том, что есть возможность получить новый цвет. На каждом фломастере есть подсказка, в какой цвет он обратится. Верхний колпачок показывает основной цвет фломастера, а снизу видим цвет, который получится после того, как мы нанесем белый цвет. Берем белый фломастер и рисуем серединку в цветах и прожилки на листочках. Рисую сердечко, беру разные цвета и рисую горизонтальные полосы. Эти фломастеры очень увлекательны. Рисуя подобным образом, можно экспериментировать до бесконечности. Для творческих людей это интересно. Белым фломастером нанесу вертикальные линии и сверху нарисую еще маленькие сердечко. Вот такой рисуночек у меня получился. Такими фломастерами можно легко и интересно нарисовать простые рисунки, картинки для личного дневника или просто написать что-то. Еще поэкспериментируем. Сначала нарисую карандашом хамелеончика. Он сидит на ветке, сверху летают бабочки. Набросок рисуем легким нажимом карандаша. Голова у хамелеона большая, с острым выростом. Рисуем спинку дугой. Рисуем спиральный хвостик. Лапками хамелеон держится за ветку.
На тело хамелеона наношу узор. Приступаем к раскрашиванию. Раскрашивать можно любыми цветами, какие вам нравятся. Я выбрала красный, зеленый, синий и желтые цвета. Веточку закрашу черным. И теперь возьму белый фломастер и на основные цвета рисую узоры. Смотрим, как появляются новые оттенки.
меня получился вот такой рисунок хамелеона. Фломастерами хамелеон рисовать несложно, но, как видим, очень интересно. Ну а на сегодня все. Ставьте лайк, пишите комментарии. До новых уроков на канале Art School. Пока!